Приветствую, друзья, на моем канале коллекция монет. И хочу показать еще одну биметаллическую монету. Монета Ватикана. Номинал монеты 500 лир. Год выпуска 1991. Материал монеты биметалл. Центр алюминиевая бронза. Кольцо нержавеющая сталь. Гурт монеты ребристый с гладкими участками. Отношение аверса к реверсу монетное, 180 градусов, вес 6,8 грамма, диаметр 25,8 миллиметра. Отчеканена данная монета на монетном дворе города Рим в Италии. Вышла эта монета в составе регулярного набора 1991 года. Называется монета «Миссия Спасителя». О себе самом Иисус Христос учил, как о Спасителе человечества. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сын Божий взял на себя миссию спасения людей, исполняя волю своего отца, который так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного. Отвернувшись от Бога, люди заблудились в своих религиозных понятиях о Творце, о своей бессмертной природе, о цели жизни, о том, что хорошо, что плохо. И Господь Иисус Христос раскрывает человеку важнейшие основы веры и жизни, дает направление его мыслям и стремлениям. И приводя наставления Спасителя, апостолы пишут, что Иисус Христос ходил по всем городам и селениям, уча и проповедуя Евангелие Царствия, благую весть о наступлении Царства Божия среди людей. Ну и на монете у нас показан справа Иисус Христос, который направляет людей, спасает их, отпускает грехи, помогает в их жизни. Здесь же у нас номинал 500 лир, название город Ватикан, город-государство Ватикан. Ну, а на аверсе у нас изображен Папа Римский, Иоанн Павел II и дата выпуска римскими цифрами 1991 год. Ну и стоимость данной монеты составляет в среднем 350 рублей. Чуть меньше, чуть больше. Но средняя 350, не очень большая. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!